Ну що ж, повертаємося до нашої студії. Буквально ось тут, у прямому ефірі, робитимемо ранкову гімнастику разом із студією Smile, студією мистецтва. Завітали до нас її представники, ну і, звичайно, малеча, вихованка цієї студії. Доброго ранку! Доброго ранку! З вами зараз поспілкуємося про користь ранкової гімнастики та й взагалі про те, чим займається студія мистецтв Smile, адже вона вже у повному праві існує, вона відкрилася, адже відкрилася третя черга торгово-розважального центру «Фабрика», бо саме там вони і знаходяться. Ну, але спочатку я хочу віддати це запрошення нашій телеглядачці, яка до нас зателефонувала. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго. Я вітаю всіх дітей. Можна я на русском буду говорити? Прошу. Значить, я мама трьох діток і сама розумію, що таке діти, що таке радість, що таке щастя, улыбка і все то сонечко, яке світить вокруг нас. Тому всіх дітей міста Херсона, бабушек, всіх батьків, всіх вот таких замечательних діток, творчих, вашу передачу я поздравляю з цим чудесним праздником. И желаю всем крепкого здоровья, успехов и всего самого лучшего, что есть на этой земле и нашей планете. Спасибо. Спасибі вам велике. Ми вас теж вітаємо із Днем захисту дітей і вітаємо вас із початком літа, і запрошення до театру ви отримаєте. Спасибі вам велике. Дивіться, навчайтеся робити ранкову гімнастику разом із своїми дітьми. Застосовуйте ці знання на практиці. Ну що ж, ранкова гімнастика – це один із напрямів цієї студії, студії «Мистецтв Smile», яка пропонує свої послуги усім дітям Херсона та, в принципі, області, що там казати. Ну, ми працюємо не тільки з дітками, ми працюємо з взрослими, тому що взрослі – це про діти, просто підросші немножечко. А гімнастика, є у нас таке направлення в нашій студії, воно є як для діток, так і для взрослих. Но сегодня у нас будет абсолютно необычная утренняя гимнастика, то есть мы все привыкли к физкультуре, но сегодня будет проводить гимнастику преподаватель театральной студии Ирина, то есть это будет такая обыгранная, театрализованная, скажем так, гимнастика, потому что деток очень, мы вообще не заставляем никого. Вот, а делать утром гимнастику это достаточно сложно и, конечно же, не хочется, поэтому деток надо заинтересовать. Вот, и мы ищем любые пути, чтобы им было интересно. Причем мы так подходим ко всем направлениям нашей студии. То есть, если детки занимаются музыкальной студией, и там фортепиано, или гитара, или вокал, никто ни в коем случае не будет их грузить и рассказывать, что у вас там, вам сначала нужно выучить много теории, а потом, может быть, вы сядете за фортепиано и что-нибудь сыграете. У нас все дети талантливые, не бывает неталантливых детей, просто надо этот талант найти, раскрыть, надо ему помочь продвинуться вперед, надо где-то похвалить, где-то поругать, ну, и найти подход к каждому ребенку. И это основной принцип нашей студии, чтобы каждый ребенок, который приходит к нам, приходил туда с удовольствием, чтобы ему хотелось, чтобы его не родители туда приводили и заставляли, а чтобы ему это было интересно. И все детки, которые к нам сейчас ходят, я думаю, они получают массу удовольствия від того, що вони роблять в нашій студії. Ну, я теж так думаю, тому що в нашій студії зараз буде якась театралізована незвичайна ранкова гімнастика, а до цього з Марією ми займалися пісочною терапією. І все це ви можете знайти у студії «Мистецтв Smile». На відкритті третьої черги, коли відкрилася офіційно, власне, ваша студія, бачили там значний такий ажіотаж. Насправді, дітей багато, які туди ходять, постійно займаються. Звісно, так. Діток дуже багато, тому що мы так длительное время находились в стадии открытия, очень многие интересовались, очень многие записывались еще до открытия студии. Естественно, когда увидели студию, увидели, что у нас, ну, мы стараемся поддерживать определенный уровень, мы хотим, чтобы это все было классно и замечательно. Мы всегда готовы выслушать наших клиентов, выслушать их пожелания и прислушаться к ним, и, может быть, где-то что-то исправить. И людей, ну, действительно очень много, и я надеюсь, что все довольны. Мы, по крайней мере, вообще просто счастливы. Ну, щастя – це хороше відчуття, ми теж вас тим вітаємо. Ну, взагалі, ранковою гімнастикою коли треба займатися? Начебто ж вранці, так? Да. Діти у студії Smile займаються ранковою гімнастикою у який час?
У нас детки, у нас сейчас все занятия стоят во второй половине дня, потому что детки пока закончатся школами, пока, ну, садики у всех, потому что это тоже очень важно. Творчество — это один кусочек, а обучение — это тоже очень важно. Поэтому вот сейчас детки закончатся с обучением, уже все это закроют, идут на летние каникулы, и тогда мы уже будем собираться по утрам. А сейчас у нас все занятия во второй половине дня, поэтому мы гимнастикой занимаемся вечером. Ну, а почему бы нет? Чому би ні? Головне, що це для здоров'я дітей, так? Конечно, конечно. Наскільки корисна ранкова гімнастика, ну і, власне, мабуть, корисна вона в будь-якому віці, починаючи з найменшого. Да, но дело в том, что наша гимнастика рассчитана на то, чтобы детей в первую очередь заинтересовать, потому что это тяжело, детки всегда хотят только играть, то есть им может быть что-то неинтересно, и вот именно вот такую гимнастику, как я сегодня покажу, именно вот с игровыми элементами, я уверена, что ни один ребенок не останется равнодушным, потому что играть это всегда им хочется, и потому сегодня я на примере вот покажу, как родители могут, не заставляя ребенка, приучить его там к спорту, к гимнастике, к физкультуре, к здоровому, в принципе, способу жизни. В принципе, сама дитина навіть не зрозуміє, що вона вже займається спортом, да, і досить, да, таки серйозно. Ну, конечно, это классно, когда ребенок просто играет, он получает от этого кайф, от удовольствия, но при этом преподаватель-то знает, что эти игры все не просто так, и постепенно ребенок к этому привыкает, и потом уже сам интересуется и сам начинает заниматься чем-либо, любым направлением более серйозно. Ну, Марія, Ірина, ви знаєте, що істина говорить вустами дітей, тому давайте запитаємо, чи насправді подобається їм те, чим вони займаються у студії мистецтв Смарт. Діаночка, розкажи, чи подобається тобі? Мені подобається займатися танцями, творчістю. І все. І все. Ну, але, ну, я думаю, багатенько для тебе. Я і танці, і творчість. Професіональний практично вже танцор, вона ходить к нам на танці. Вона просто скриває всі свої заслуги, але насправді вона дуже велика умничка. Ну, а для будь-якої танцюристки важлива ще і пластичність. Я думаю, що її пластичність ми побачимо просто зараз на ранковій гімнастиці. Ну що ж, давайте ми вам звільняємо подіум. Прошу, ранкова гімнастика від студії мистецтв Смайл. А ми поки що спостерігатимемо, а згодом і будемо приєднуватися. Доброе утро всем! Я думаю, если детки нас сегодня смотрят, они могут к нам сейчас присоединиться к нашей утренней гимнастике. Мне сегодня ассистирует Дианочка, она будет сегодня мне помогать. И мы начнем с нашего пробуждения. Чтобы пробуждение наше было не скучное, мы это тоже сегодня обыграем. Дианочка, тебя кто будет утром? Мама и папа. Мама и папа, да? А меня будет будильник. Поэтому сейчас мы с вами будем будильниками, хорошо? Как будильники делают? Дзинь-дзинь, да? Дзинь-дзинь. Хорошо, мы будем с вами говорить дзинь-дзинь и при этом делать будильнички. Будильнички у нас будут вот так вот. Они будут дзинь-дзинь делать, да, Дианочка? Вместе со мной. Поехали, будильнички. Дзинь-дзинь. 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 Хорошо, еще. Дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь. Дианочка, громче. Дзинь-дзинь. 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 Хорошо, будильнички у нас работали. Мы с вами проснулись. Дианочка, что мы когда просыпаемся, головкой, наверное, да? Вертим, подтягиваемся, да? Тогда мы с вами ручки ложим на бока и делаем с вами повороты головой. Делаем вправо, потянулись, утром проснулись. Влево. Еще. Вправо. Влево. Вправо. Влево, теперь вперед потянулись, назад, вперед, назад, вперед, назад. Хорошо, теперь круговые движения влево, полный круг, размяли свои шейки после сна. В другую сторону, вправо. Хорошо, теперь мы с вами будем подтягиваться. Ручки мы вверх, потянули, потянули. Будем наклоняться с вами вправо, влево, вперед, вверх. Еще, поехали вместе с нами. Вправо, влево, вперед,
Вверх. Право. Влево. Вперед. Вверх. Хорошо, мы с вами проснулись, потянулись. Нам нужно с вами одеть тапочки. Тапочки мы будем одевать с вами на ножки. Мы с вами присаживаемся, одеваем тапочки и смотрим, как мы красиво одели тапочки. На другую ножку. Присаживаемся, одеваем тапочки и смотрим, как мы красиво одели. Поехали. И раз, два. И раз, два. Хорошо. И раз, два. Посмотрели, какие у нас красивые тапочки. И раз, два. Хорошо. Мы с вами уже потянулись, обулись. Теперь мы идем с вами умываться. Умываться нужно обязательно каждое утро. Умываться мы будем с вами, прыгая немножечко и делая вот такие движения. Личико умываем, да? Мы делаем прыжок в сторону, делаем вправо. Вправо. Умылись, умылись. Влево. Умылись. Еще, поехали. Вправо. И влево. И вправо. И влево. Хорошо, с вами мы умылись, мы чистенькие, уже размятые. Теперь мы можем с вами идти на прогулку. Мы с вами даже побежим на прогулку, потому начинаем с вами бежать. Ручки у нас на бока и побежали с захлёстами назад. Побежали, 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 побежали. Хорошо. Теперь мы с вами встретили лошадку. Лошадка у нас делает как? Хорошо. Мы с вами высоко-высоко поднимаем коленочки, аж до ручек. И делаем как лошадка. Поехали. Хорошо. Лошадочки у нас прибежали. Теперь мы встретили с вами большого-большого такого аиста. Ручки мы так с вами потянули-потянули. Носочки тоже натянули. И ходим с вами как... аисты, тянем носочки. Хорошо, длинные-длинные у нас ноги. Хорошо, идем. Голову подняли высоко, гордые-гордые. Хорошо. Потом мы с вами встретили кролика или зайчика, как вам хочется больше. У нас такие ушки у зайчики. И мы прыгаем вместе с вами по студии. Поехали, поехали, прыгаем, 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 прыгаем. Ножки вместе, Дианочка. Да, да. Хорошо. Потом мы с вами встретили жабку. Жабка у нас вот такая вот. Да, серьезная большая жабка. И мы с вами тоже прыгаем. Мы прыгаем в студии, а вы прыгаете вместе с нами у себя дома. Поехали. Прыгаем в жабки, прыгаем. Хорошо, Дианочка, какая у тебя жабка красивая. Хорошо. Мы попрыгали, а теперь жабки будут выпрыгивать. Жабки у нас выпрыгивают, Дианочка, из воды, да? Хорошо. Жабки у нас выпрыгнули. Выпрыгнули. Еще. Еще. Хорошо. Хорошо. Теперь мы с вами берем коврики, для того, чтобы мы не лежали очень удобно. Яночка, скажи мне, пожалуйста, какое животное ты хочешь, чтобы мы с тобой сегодня показали? Ёжика. Ёжика? Хорошо. Ёжик у нас будет непростой. Он будет у нас на спинке кататься сегодня. Вот так. Мы обхватываем с вами ножки ручками. Ножки ручками, ручки ножками. Хорошо. И поехали. На спинку ложимся. И возвращаемся. Хорошо. Ёжики катаются на спинке. И еще. Хорошо. Еще. И еще. Хорошо. Дианочка, может, мы рыбку с тобой покажем? Покажем рыбку? Хорошо. Мы с вами разворачиваемся на животик. На животик. Развернулись. И теперь поднимаем одновременно и ручки, и ножки. Поехали. И раз, два. Рыбка плывет. Хорошо. Еще. Еще. Раз. Два. Три. Хорошо. Закончили. Теперь,
к нам прилетела бабочка. Бабочка к нам прилетела такая красивая. У меня такие большие крылышки. У бабочки и у Дианочки немножко меньше. Мы берем себя за носочки. И бабочка полетела, машет крылышками. Хорошо, спиночку все выровняли. Хорошо, бабочка летит. Хорошо. Бабочка прилетела. Дианочка, какое еще животное? Стрекоза. Стрекоза. Хорошо. Мы с вами ложимся на спинку. Ножки поднимаем ровненько вверх. Ручки можете опустить по швам у себя. И поехали. Стрекоза летит крылышками. И еще. Хорошо. Какой взмах у Дианочки у крыльев. Ничего себе. Хорошо. И хорошо. Закончили. Еще у нас есть муравей. Покажем с тобой муравья. Хорошо? Нам понадобится, мы немножко коврики отодвинем. Муравей у нас будет такой серьезный. Он будет бежать по своим делам и искать свои палочки и листики для своей норки. Потому он вот такой будет. Да. И теперь мы бежим по студии. Бежим. Вот такой у нас получился муравей. Это кусочек зарядки. Спасибо вам за внимание. Работайте со своими детками. Привлекайте их к здоровому способу и образу жизни с помощью игры. За допомогою гри, за допомогою ринки і за допомогою студії мистецтв Смайл. Спасибі вам велике за те, що завітали до нас сьогодні. Я думаю, це не останній раз. Наша співпраця розпочалася і вона продовжуватиметься. Тим паче, що літо – це пора відпочинку і пора дітей. Улюблена їхня пора. Ну і, звичайно, наша улюблена пора – пора дорослих. Ну що ж, такою була наша сьогоднішня програма. Сподіваюся, що, як я і обіцяла, у нас з вами вийшло. Багато було такого, що дійсно ви ще ніколи не бачили, тим паче у прямому ефірі у цій студії багато приємностей, багато розіграшей. Ну і наостанок я хочу подякувати вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були сьогодні разом із нами протягом 2,5 годин. І хочу подякувати тим, хто допоміг нам у створенні програми. Це, звичайно, всім нашим учасникам програми, нашим гостям, нашим партнерам. Друзям, магазину модного жіночого одягу «Бон Марше», Марії Парнюк особливо спасибо за зачіску, фешн-кафе «Тірамісу», партнери нашої програми. І, як завжди, підтримує нас цими іграшками, такою цікавою атмосферою, створює її постійно в нашій студії Херсонський державний будинок художньої творчості в особі Валерія Висоня. Велике вам спасибі за дійсно постійну дружбу та підтримку. Ну що, давайте братися за руки, як це роблять у День дітей, усі дорослі діти. І давайте бути щасливими, нехай це літо буде незабутнім для всіх з нами. Добре? Давайте ще раз скажемо всім зі святом і прощаємося. Зі святом!